Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я буду слушать АТЛ «Под небом салатом». Я перед этим послушала его вот совсем недавно трек. Забыл, как он называется. В принципе, мне он понравился, несмотря ни на что. Хотя это была песенка маньяка. Вот, мне тут сказали, что я выбрала не то, но я-то выбираю по количеству лайков, которые вы просите. Поэтому уж что вы там налайкали, то я и послушала. Вот, ну сейчас вот лайки АТЛ «Под небом салатом». А так как вы все-таки говорите, что надо послушать что-то другое, а не то, что я слушала, ну, давайте узнаем, насколько АТЛ в этом случае лучше, чем тот. Уносимся сквозь миллениум по бесконечному хайвею. Там закатится поколение, там закатится поколение. Мы на красной акуле несемся сквозь миллениум, ускользая по бесконечному хайвею. А там на горизонте закатится поколение. Но меня, как всегда, никто не позвал с собой. По лобовому дворниками, как жирным паштетом, размазанная память под наклейками краш-теста. Время мимо проносится, как будто под шпеком, и как о стену разбивается о неизвестность. У меня до самого горизонта событий в иллюминаторе пейзаж, как будто на Марсе. И пусть мне беспощадно напомнят о вечной жизни, лишь только звери, сбитые на трассе. Лишь только звери, сбитые на трассе, плоско шутят о вечной жизни. Тут я и разоделся, как на праздник, дабы себя размазать по отчизне. Лишь только звери, сбитые на трассе, плоско шутят о вечной жизни. Тут я и разоделся, как на праздник, дабы себя размазать по отчизне. Мы просто звери, сбитые на трассе, звери, сбитые на счастье. Нас плющит от скуки, нас плющит от скуки. Слышишь, это моя моделька, сигналит из детства. Смотри, как здорово у нее открываются дверцы. Я, если честно, этим до сих пор заворожен больше, чем первым. Первым сплифом за гаражом. Пусть из проваленных глазниц черепа панельки на нас дико глазеют аборигены реднеки. Я нажимаю на реванте, как кассета в деке, перемотаю сам себя вдоль дорожной разметки. Моя моделька запустит небо выхлопов парики, и как концлагерь задымится славный смоукбокс. Тут мы танцуем, как на петроглифах Кита Харинга. На своих же могилах такой вот парадокс. Мы катимся с ветерком, но в зеркале среди гор проблесковый маячок загорится еретиком. Нам бесстыжие глаза за тут не спрятать под козырьком. Нас не выкупят копы, нас не выкупят копы. Мы катимся с ветерком, но в зеркале среди гор проблесковый маячок загорится еретиком. Нам бесстыжие глаза тут не спрятать под козырьком. Если выкупят копы, то откупимся медиком. Хорошо читает. Сбитые на трассе, плоско шутят о вечной жизни. Тут я и разоделся, как на праздник, дабы себя размазать по отчизне. И что ты звери, сбитые на трассе, плоско шутят о вечной жизни. Тут я и разоделся, как на праздник, дабы себя размазать по отчизне. В моем багажнике чемоданы с препаратами, трубка с обезьяней мордой и диски с балладами о том, что нас не отпустят под небом салатовым. 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 Как важна хорошая музыка. Даже в прошлом треке. Вот настолько хорошая музыка вот вызывает позитив. Вот. Хорошая музыка – это уже полдела. Значит, 10 баллов за музыку. Смысл надо понять, потому что ничего не поняла. Ничего не поняла, надо послушать. Но как-то, знаете, смысл… Вот ты слушаешь музыку и понимаешь, что там есть что послушать и что понять, и что, допустим, АТЛ хотел тебе сказать. Вот, и я это понимаю. Вот, поэтому за это я восьмерочку бы поставила замечательно. Еще вот этот вот восьмерка, она туда вот в прошлый трек, и сейчас я поняла, что ну тут как бы заметила. Вот я люблю не просто там вот небо голубое, да, а красиво сказать про небо или какую-то там аллегорию, какую-то такую интересную фразу замутить, чтобы она красиво легла на красивую музыку. Вот у них это получается. Вот они молодцы в этом плане. И
за это восьмерку. В десятку не поставила только за то, что не все поняла. Вот, поэтому 8 плюс 10, 18, делим на 2, 9 баллов. Вот, как бы АТЛ начинает расти в моих глазах. Всем пока!